Алмазодобытчики с предприятий по всей стране предлагают коллегам помощь и работу тем, кто находится в простое. Вчера руководитель Айхальского ГОКа Равиль Санатулов заявил, что на предприятии специально для горняков мира создадут рабочие места. Принять мирницев готовы и в Удачном. Предложение к сотрудничеству работникам мира озвучил и руководитель Удачинского комбината. Рудник у нас развивается, мы постоянно набираем новые кадры, мы готовы пригласить и ждем работников с карьера «Мир» непосредственно к нам в Удачный. Будем рады приезду, и я надеюсь, что здесь они найдут свое тепло от наших работников в целом ГОКа и подземного рудника и продолжат здесь работать на нашем предприятии. Поэтому хочу сказать, что мы ждем и думаем, что часть мирницев подумает перебраться к нам непосредственно в Удачный, в Удачнинский комбинат. Работники подземного рудника «Мир», мы вас ждем. Мирные мы вместе с вами, держитесь. Такие слова поддержки сегодня приходят в Мирно со всех подразделений Алроса – Москвы, Айхала, Якутска, Удачного и Архангельска. Работники всех подразделений следят за новостями и надеются на положительный исход спасательной операции. В жизни каждой семьи бывает радостное и грустное событие. Также и в жизни предприятия. Также я считаю, что одна семья, бывает разные ситуации, взлеты и падения. Вот сейчас мы следим за новостями о ходе спасательной операции на руднике «Мир». И хотим сказать, как от лица профсоюзной организации, так и от работников комбината, также и от жителей города, что мы постоянно следим за новостями о ходе поисково-спасательной операции. Просто хотим сказать: мирный, мы вместе с вами.